Мы уже с Дамирчиком проснулись, у нас 11 часов. Все, кстати, с первым днем лета. Тут с Дамирчиком завтрак. Одна сосиска с сыром, другая обычная, макарошки. У меня кофе, у Дамира чаек остывает. Вот, так что всем приятного аппетита, мы будем кушать. Так, как вы поняли, я, кстати, забыла именно озвучить, что мы перевезли всех животных от мамы к нам домой. У нас теперь зоопарк тут, вот. Еще вчера, Витя, наконец-то, я его долго очень просила, повешал мне ниточки для белья на балконе, я прям вообще радостная. Наконец-то, мне в ванне не будет мешаться одежда. Вот у нас такие ниточки теперь две. Вот. И еще плохая новость для меня лично. Мы ночью просто умираем от жары, просто даже лежать и уже под градом просто включили отопление. Ну, это капец, если честно. Жара полная, одеяло вообще не нужно. Вот, все. Зачем его включили назад? Ё-моё. Вот, и еще у нас вчера... Это капец. У нас была старая розетка просто. Мы... Это единственная розетка, которую мы еще не успели поменять. И у нас вот единственная розетка, которая... не была поменена. У нас, короче, от роутера интернетного вилка поплавилась. Розетка тоже, запах почувствовали, Витя просто там что-то подключал с этой розетки, вот, и уже вечером начал чинить, вот, менял полностью розетку, вот эту вилку новую купил для роутера, ну, короче, вот такие вот делишки, вот, и сегодня мы хотим наведаться в зоомагазин, вот, поедем в зоомагазин, некоторые покупочки для пока что неизвестно кого для вас и также для тех, кто уже есть. Вот. Мам. На улице у нас дождик, такая погода, так себе. Но мы вчера прям аж были в шоке, что так тепло. Батареи конкретно жарят, прям вот. Ой. Конечно, вообще. Я сейчас буду немножко подкрашиваться. Заодно с вами поболтаю. Так, вчера перевели помощь 10 тысяч с 3 до 16 лет. Так что, такие вот новости. Оперативно. Прямо 1 июня. Вот, так что, сегодня немножко так, что-нибудь попокупаем. Вот. Так, что еще за новости? Насчет машины. Так. Пора бы уже нам менять. Да, сынок. Так вот. Что насчет машины? У нас уже все. По пробегу и по состоянию, что уже пикает. Нужно. Тут подруга позвонила. Короче, нужно полностью менять масло. Новое. Старое все сливать, новое заливать, потому что пробег уже прошел хороший, тем более с моими покатушками, я только накатала где-то 2000, вот. И получается то, что нужно полностью менять масло, это где-то 1000, ну, 3 где-то, да. Вот, у меня масло не прям уж люксовское, самое дорогое, вот, где-то 3000 нужно будет. И еще нужно сцепление менять. Ну, еще при покупке машины оно было плохое. И вот менять сцепление, это где-то купить сцепление 5700, и ставить его, Витя у знакомых нашел за 3000. То есть, тоже хорошая сумма. Мы с Витей решили, что сцепление делает он, а на масло я даю деньги. То есть, масло поменяю я, 3000 дам ему, а все остальное он сделает за свои. Вот. Тем более, сегодня-завтра мне уже должны перевести центр занятости, да, вот выплату. Поэтому как раз-таки все нормально. Вот, подлечу машинку, вот, и буду дальше хорошо так ездить, кататься. Вот. Такие вот делишки. Сейчас я немножко крашусь, и мы пойдем в зоомагазин. Так, все, мы едем в зоомагазин. Оделись. Вот, идем в зоомагазин. За мной идешь? Так, что у нас тут есть? Это для кошек отдел. Дамирчик, идем к маме. Так, что нам тут? Я хотела попугайчику посмотреть что-то деревянное. Вот что-то из дерева попугайчику хочу посмотреть. Потому что это будет как-то более полезнее ей. Вот, все-таки дерево.
все у них из дерева должно состоять, все эти жердочки. Так, также нам нужен домик для хомячка. Да, сынок? Домик для хомячка. Хорошо. И еще нам нужно... И еще поилка нужна. Вот. Так, сейчас будем это все выбирать. Так, какие здесь корма? Пока не знаю, какую выбрать. Не знаю ширину. Вот мне понравилась эта поилка, но я не знаю ширину самих вот этих прорезов в клетке. Хватит ли нам этой? По ширине подойдет ли? Угу. Так, и возьму вот такую кормушечку керамическую. Теперь думаю, какой дом. Вот такой, вот такой, вот такой или вот такой. Сейчас вот по цене такой. Посмотрим. 440. Подожди, поставь, Дамир. Поставь, Дамир. Я не сказала, покупаем. 440, 460, 400 и 560. Ну, это, да, это самый дорогой такой, то, что он с лесенкой. У нас же есть клетка. Нет, нам не надо. Смотри, какие птички. Это много птичек, а? Ну, посмотрим. Ты не разлучил? Тихо, 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 тихо. Карелла. Я вот Карелла хочу себе. Очень хочу Карелла, пока по деньгам не получится. Стоит 6 тысяч. Смотрите, какие даже гнезда есть для этих попугайчиков. И что у тебя там? Вот он держит все, да? Я бы хотела вот такое колесо, но, блин, капец, 730 рублей за него просят. И я не знаю, оно по размеру подойдет, нет, в клетку. Мне кажется, этот домик понравился. Да. Вам труба не надо. Я бы хотела этот домик, но мне не нравится, что он такой вот пошурканный. А вот, который мы взяли, он хороший прям. Так, думаю, еще минеральный камень взять какой-то. И тут петушки какие есть. Мама, почему здесь? Такие вот разные. Жалко, конечно, их стаканчиков, бедный ужас. Что у нас черепаха до таких размеров еще не выросла? Вот этот аквариум очень нравится. Там еще рыбка Немо как-то была. А где тут? Ну, я и тут. В зоомагазине Дамир был такой радостный, потому что чаще всего я езжу одна, он... Ну, прям вот очень редко. Наверное, он там год уже не был. Он прям такой радостный, у него эмоции. Видит этих попугайчиков, всю эту еду, колеса. Мама, давай купим это, мама, давай купим это. Ему прям вот, у него эмоции зашкаливали. Он вот все носил, помогал. Но более-менее себя хорошо вел, просто от радости прям так кричал. Еще к продавцу такой, продавец ходит, смотрит. Ну, чтобы не своровали, наверное, еще что-то. Он такой говорит, смотрите, что мы мышки купили. Такой, прям это... Мальчик добренький. Ливень. Совсем забыла заснять. Были только что у мамы, поливали цветы. То есть животных я бы ездила каждый день, да, кормить, там все. А цветы так раз в недельку ездить, поливать и все. Искала бассейн для Ксюши. Вот, у попугайчика. Но не нашла. Мама еще трубку не взяла. Ну, думаю, ладно. Просто я смотрю, она к черепахам лезет. В их контейнер, вот. И думала, может, ей бассейн поставить, может, она будет в нем купаться все-таки. Но не получилось. Сейчас едем домой, покажу вам все. Ой, занималась уборкой у животных. Вот, прибиралась также дома. Мусор выносила. Ну, короче, вот. И потом монтировала видео про уборку. Так что так у меня и ушло 3 часа. Вот. Сейчас немножко отдыхаю. Скоро Вите придет с работы. Какой? И поедем менять масло на машине. Мы приехали в масленок. Витя пошел покупать масло. И мы в очереди где-то третий на замену. Тут бесплатно поменяют, когда у них масло покупаешь. Вот такие вот делишки. Так что сейчас новенькое маслечко зальем. И 3 косаря нет. Все, Витя купил масло и фильтр. Сейчас ждем очередь для замены. Все, Витя поехал. Сейчас нашу машинку поднимут и будут менять масло. Такая комнатка ожидания. Красивая.
все поменяли. Так, приехали мы в полуфабрикат. Ермолино, тут всякие пельмешки. Так, мы заехали в Ермолино. Я купила вареники с вишней, с творогом, с картошкой. Сосиски молочные, сардельки, вот творог со сметаной, масло. Потом в Пятерочке купила разрыхлители дрожжи, потому что хочу приготовить им ватрушки. И также Дамир взяли вон йогуртик. В овощном я купила 2 килограмма яблок, тут огурцы, 3 помидорки больших азербайджанские и салат. Это у меня вышло на 1005 рублей. В Ермолино купила 3 тушенки, это 500 рублей. И в Пятерочке взяла 4 пачки хлебцев, макароны. Так как у нас есть макароны, но они плохого качества, которые нам давали бесплатно, как в коробке «Малышу и мало», они не очень разваливаются. И купила сосиски обычные и сосиски с сыром. Мне они очень нравятся. Если Дамир их не захочет, то будут обычные. Вот, и это, за это я в Пятерочке отдала 655 рублей. То есть, получается, где-то 2100 у меня уже ушло. Я уже подъезжаю к Вике, забыла сказать, что я выехала. Дома перемыла быстренько посуду, там плиту почистила, раковину, все. Вот. И поедем сейчас разговаривать, болтать. На Лукойлик заехали. Заправлю сразу на 1000, раз уж деньги перевели на будущее. Так, это у нас 3-й, 92-й. Почти 23 литра. Привет. Вот, все, мы снова Викусом. В строю. Да. Спустя 2 недели. Ага, долго. Мы вот именно вдвоем вообще не катались уже 2 недели. Именно вдвоем. Я, как всегда, пончик и капучинка. Видели бегающего зайку, блин, он такой серенький, такой красивенький, вообще, жалко, что он так быстро убежал, не засняла, еще по полосе ехать, вообще такой прикольненький, то лису, да, то кролик. Все, я приехала домой, так, заезжали в Ленту, купила тут Дамирчику новую эту щетку обновить. Мы вообще часто обновляем щеточки, купила себе такую масочку, вот я не знаю, ее надо сделать или завтра с утра. И, короче, купила вот такую в Ленте кофточку. Сейчас я померю, вам покажу. Блин, 200 рублей. Пипец, она офигенная. Блин, 200 рублей. Я в шоке. Вообще, прям по фигуре так нормалек. Ой, это что? Это на зеркале черное. Офигенная. Ребят, всем пока. Всем спокойной ночи. А я пошла монтировать видео.